Праздники в Видновском филиале Центра социального обслуживания Домодедовский всегда проходят шумно и весело. День России здесь широко отмечают уже много лет. Вот и на этот раз, несмотря на дачный сезон, в зале был аншлаг. Праздники проходят. Может быть, куда-то на улице сходить они или в большое помещение они не дойдут, а к нам они всегда приходят. У них хватает сил. Мы их всегда ждем, принимаем с радостью. Непременный участник всех праздников в центре – хор «Верные подруги». Коллектив неоднократный победитель муниципальных и региональных конкурсов, существует уже более 20 лет. Староста хора Татьяна Казакова, по профессии врач-стоматолог, признается, пела с самого детства. Но как вышла на пенсию, с радостью присоединилась к «Верным подругам». У нас есть такие люди, которые уже за 90 лет. И все, и главное, общение наше имеет большое значение. Мы отвлекаемся от своих болячек, от всего, понимаете, и вот приходим как к себе домой. И у нас очень сотрудники вот эти вот Веры очень такие, знаете, душевные, они всегда нас принимают хорошо. Хорошее настроение подарил гостям праздника и коллектив центра «Танцы без границ». Подопечных Центра социального обслуживания поздравили с грядущим праздником как уже состоявшиеся артисты, так и юные начинающие звездочки. Очень приглашает очень много детишек выступать из Дома культуры. Прекрасные артисты приходят наши, Дом культуровские. Вот, так что мне очень нравится. Наталья Васильевна вообще прекрасно ведет все эти концерты. Песни, танцы, стихи чередовались с теплыми словами поздравлений. Ну а гости праздника не только без устали аплодировали, но и активно подпевали и даже пританцовывали. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.